Всем привет, друзья! С вами как Старумзи! Добро пожаловать во вселенную Garten of Banban! И да, друзья, вышел новый официальный трейлер Garten of Banban 6! И я не приложу ума, куда подевался Garten of Banban 5, но страница в Стиме существует! В общем, я не знаю, что задумали разработчики, но сегодня мы посмотрим полностью новенький трейлер, разберем его и будем знать, что же нас ожидает в новой игре. Ну а вы, друзья, обязательно поддержите это видео лайком, не забудьте подписаться и приятного вам просмотра. И что? Сразу трейлер начинается с экшена? Ребята, нам сразу показали какое-то странное существо, похожее на слизня. И я пока не могу понять, откуда взялось. Ладно, посмотрим. Потом будем разбирать полностью. Куча каких-то зеленых, темных слизняков побежали. Здравствуйте, здравствуйте. Этого мы помним, персонажи из четвертой части. Они за нами гоняются. Получается, они за нами гоняются по всему комплексу. О, нап-напчик, ребята, наш любимый паучок. Больничные какие-то койки, кто-то падает. Нифига себе, он развалился на части. Оу, это птица, которая смутировала. Подожди, это другой альтер-эго. Я не понимаю, что это за какие-то койки. Какая-то комната странная, старинная. Подождите, это королева Баунселина? Или это Китизавр, ребята? Это Китизавр был. Новая комната. Так, нас преследует Джестер. Это грустный Джестер. Новая головоломка, которую будем с вами проходить. Так, смотрите, здесь поворачиваются какие-то кубы. Банбалина! Ребята, банбалинушка! Ребята, кто из вас ждет новый банбан? Обязательно поставьте лайк, я обязательно буду снимать его, проходить у себя на канале самым первым. Так, посмотрим. Лабиринт из кустов. Банбан, банбалина. Все ребята остались те же. То есть у нас никого на рисунке набналина. Да, это мы помним, шрифтостер. То есть все остались те же самые герои. И что это такое? Нам хотят кого-то показать? Это что вообще такое? Посмотри на эту штуку! Это что за паук с огромными зубами? Я, подожди, я не понял. Garten of Banban 6. Правда, пятой части нету, то есть у нас сразу шестая. Подожди, что это за штука? Посмотри на это! Это то, что выбралось из живота королевы Баунселины. Так, ребята, давайте сейчас подробненько все это дело с вами разберем. Во-первых, я хочу вам показать то, что Garten of Banban уже есть в Стиме. Дата выхода 2023 год. Мы с вами посмотрели полностью трейлер. Этот трейлер мы тоже раньше с вами смотрели. Вот это новая штука, ребята, показали. Ну, здесь кадры, которые, в принципе, мы видели с вами только что из трейлера. И смотри, Garten of Banban 6. Но, ребята, есть страница Garten of Banban 5, которую мы тоже с вами не играли, не проходили и даже не видели, ребят. Я не знаю, когда она выйдет. Возможно, она будет отсылкой какой-то. Но есть у нас и пятый банбан, и шестой банбан, которые не вышли. А вдруг они выйдут одновременно? Вот это будет интересно. Вот это будет жестко, ребят. Так, давайте разбирать лучше трейлер, то, что мы сами только что увидели. Во-первых, у нас появились какие-то вот эти слизни, зубастые, и их довольно-таки много. Возможно, эти слизни у нас жили в животе королевы Баунселины, которую рассмешил Джестер, и они сбежали оттуда. Либо вот тот паук, очень странный, огромный, с количеством зубов, наверное, 20 миллионов, вылез из ее живота, я пока не знаю. Так. Это окей, этого мы друга знаем. Это наш Джестер из четвертой части, который был главным антагонистом. Какой-то заброшенный дом. То есть, подожди, мы уже не на фабрике? Или этот дом находится на этой же фабрике? Или, подожди, или как это сделано? Подожди, дом внутри фабрики. Ладно, это мы с вами поймем потом. Так, номер 15 написано на домике. Мы спускаемся по лестнице. Возможно, мы сможем выйти из этой фабрики, где все время сражались с этими банбанами, джестерами, там, банбалинами, джамбаджошами. Но что это за слизни? Подожди, подожди, подожди. Их здесь показали получше. Так, у них есть какие-то сверху типа ушей, глаз. Я не вижу вообще, только рот и огромные зубы. Их дофига, и они бегают за нами. Окей. Наб-наба нам показали. Только у него почему-то, подожди. Нет, это не наб-наб, это набналина.
Это нам... Почему они светятся в темноте? Почему у них неоновые зубы, неоновая шапка и неоновые глаза? Что поменялось? Подожди, это какая-то прачечная? А, нет, ребята, это аппарат МРТ. Это больница. То есть действие будет происходить у нас, подожди, новые локации появятся. У нас будет больница. Скорее всего, где мы должны будем кого-то спасать, либо выполнять, как всегда, какое-то задание по спасению, по набиранию гильваниума или что-то еще. Если вы заметили некоторые детали, которые я пропустил, обязательно пишите о них в комментариях. Здесь мы видим, как падают части Джестера. Я так понимаю, это пол головы, пол тела. Кто-то его разрубил. Или, еще хуже, раскусил его. Что будет очень странно. Это, получается, те части, которые упали. Половина лица Джестера и еще какие-то глаза тоже они... Либо они будут что-то из него собирать или пить очень странное, либо я не знаю, ребят. Короче, мы видим еще одну новую локацию. А, подожди, это сад. Это мутировавшая птица. Помните маленького цыпленка в конце четвертой части, который упал с бочку с гильваниумом? Он превратился вот в эту штуку и пошел сражаться за королеву против китизавра, ребята. Того самого динозавра-кота, который на нас нападал. Мы видим с вами еще одну часть Джестера, точнее, половину. У него нет, я так понимаю, руки, нету ног и, в принципе, половины туловища нету. Он почему-то сидит и грустит, наверное, потому что его половины не хватает. Мы видим новую локацию, еще одну. Это старинная какая-то кровать с грязным матрасом, ведро, стол с чайниками, я не знаю, что это там, сахарочек лежит, короче. Но там есть, ребята, активатор, поэтому это какая-то зона, специально построена, непонятно для чего. И нам показывают, да, все-таки это китизавры, я почему-то перепутал сначала с королевой Баунсилиной. Это кот-динозавр, который был, ну, против нас, возможно, его сделали хорошим, я не знаю. Еще одна локация с заданиями. Почему-то Джестер нас не пытается убить, у него испуганное лицо. Либо это другое альтер-эго Джестера. Но мы должны здесь опять нажимать всякие задания. Это грустный Джестер, либо новый персонаж. Еще один. Но я думаю, что это Джестер. Еще одна локация с каким-то стеклянным лифтом, дверью. И опять кусты, 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 кусты. Опять у нас открытое пространство. То есть, смотри, мы нажимаем на эти штуки. И все вот эти вот, смотрите, доски поворачиваются в другое направление. То есть мы должны прыгать так, чтобы в итоге нас не сбила вот эта штука. Бамбалина наша с вами любимая. Тоже почему-то неоновая. Мы убегаем с вами по коридору. У нас потолок затемнен. Скорее всего, здесь будет тот самый чудик, который мы с вами видели. Зубастый синий паук. Нам показывают опять всех персонажей. Но новых сюда почему-то не дорисовали. То есть те, что новые, они изначально не были запланированы, возможно, создателем. И появились с помощью каких-то эволюций, мутаций и всего остального. То есть здесь нет у нас ни китизавра. У нас нет ни Джестера, у нас нет, ребята, здесь вот этих вот маленьких упырей, которые бегают. У нас нет этого синего паука, хотя нам его показали прям отчетливо. Отчетливо и жестко, ребята. И он меня действительно пугает. Он меня пипец как пугает, ребят, посмотрите. Посмотрите на это чудо, это просто жесть. Либо у него, я просто не могу понять, это у него на животе шипы или на спине, ребят? Если вы знаете, срочно пишите в комментариях, но это очень страшная штука, которую я бы не хотел даже увидеть в страшном сне. Ну и, кстати, как вы заметили, дату выхода нам не сообщили. Если мы зайдем с вами в Steam, то да, здесь тот самый трейлер, который мы только с вами посмотрели. Есть трейлер, который мы с вами уже видели. Ребят, смотрите, вот этот трейлер мы с вами уже видели. Где нам показали, что из тех тюремных палат, которые у нас были, которые мы ходили, они все пооткрываются. Как вы видите, они откроются. У нас сбежит Джампа Джош, у нас сбежит Бамбалина. Да вообще они все сбегут, и я так понимаю, мы опять с ними встретимся в шестой части. Но смотрите, в этом трейлере, я не помню, нам сообщали, что это пятый Бан-Бан. Или шестой Бан-Бан все-таки. Мы сейчас узнаем в конце. Так, открываются. Я помню, что здесь должна выкатиться кегля. Это признак того, что там у нас сидела Бамбалина, которая сбежит. И... Да, конечно же, Слоу Селин. Самый медленный. Пробежал так, что аж лампа упала. Кегля выкатывается. Выходит на свободу Бамбалина. Все кегли выкатились. Да, она сидела с ними, игралась все это время. Обезумевшая. Нам покажут... Вот это что за клюв? Очень странно. Нам покажут Джампа Джоша, который начал двигаться. Потому что он освободился. И это у нас Garden of Bun-Bun.
тоже 6, друзья, вы понимаете? Опять 6 бандан. Я просто в шоке. Я просто в шоке. Но вот это вот, конечно, Чупакабра меня очень сильно напрягает. В общем, друзья, ждем 6 бан-бан. Как только он выйдет, у меня появится первый на канале, даже до момента, наверное, выхода самой игры. Вы все посмотрите, поэтому лайк, подписка, колокольчик. До встречи, всем удачи, покедова.